отражать. Огонь. Забудь о нем, нам нужно ретрит, будет история. Сейчас будет потрясающий момент. Он зачем-то помочился, судя по всему, на мой рубин. Он выглядит точно как Генри Стикман, и он улетает с моим рубином. Как это все объяснить, я не совсем. Да прямо сейчас я тут, да. Ты где? Мы тебя просветим, когда ты будем. Реально вот, реально просто эпичность зашкаливает по полной программе. Ты, смотри, мы как мешок с говном летим просто сверху. Мотиватор пропал. Тут одни фейлы, вон, жопой кверху фейлы наши. Рука на складе. Так, все, мы проникаем. Может еще... Собирался тебя выследить, как только мы установимся, но теперь ты прямо пришел в мою ловушку. Давай на ноги вставай. То есть проверил, что там внутри? Конечно, проверил. Если бы не проверил, я бы потерял работу. Я же не хочу потерять работу. Ага, тортик. Если бы не проверил, я бы потерял работу. Я же не хочу потерять работу. Ага, тортик. Ну ты дурак, ты что, его выбросил? И сейчас все взорвется тут, это какая-то... А, нет, все нормально. Не знаю, почему я так подумал. У тебя сейчас чужой из головы вылезет. Опасность. Что это? Почему они не сопротивляются? Ты их так всех ушатал? А, он... Это напиток, который целиком и полностью останавливает время. Интересно. Но это сразу концовка.